Ручной пароочиститель с большим набором насадок, который заменит паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель и отпариватель для ткани. В этом видео расскажем про пароочиститель Kidford модель KT950. В комплекте с устройством прилагаются три удлинительных трубки, переходник, паровой шланг, струйная насадка, угловая насадка, круглая нейлоновая щетка, щетка для пола, скребок, тряпка для пола, насадка для отпаривания, тряпка для отпаривания, мерный стакан, воронка, инструкция и гарантийный талон. Корпус устройства сделан из пластика, его размеры 26 на 13 на 23 сантиметра. Эта ручная модель весит 2,5 килограмма, поэтому при долгой чистке будет уставать рука. Прибор работает от бытовой электросети, длина кабеля 3 метра. Сверху на корпусе расположена крышка бойлера с предохранительным клапаном и блокиратор кнопки подачи пара. На обратной стороне ручки находится кнопка подачи пара. Спереди паровое сопло, на которое устанавливаются насадки с помощью переходника. Снизу есть красный индикатор работы и зеленый индикатор давления. Бойлер сделан из алюминия, его объем 250 мл, поэтому доливать воду придется часто. У пароочистителя большой набор насадок. Щетка для пола, к которой крепится тряпка, превращает пароочиститель в паровую швабру. Струйная насадка используется для очистки углов, плинтусов, щелей между плитками и труднодоступных мест. Скребком для стекла удобно чистить окна, зеркала, кафель, душевые кабины. На него можно надеть тряпку из микрофибры для отпаривания. Угловая насадка предназначена для чистки труднодоступных мест. Круглая ворсовая щетка пригодится для чистки столешниц, дверных ручек, смесителей, холодильников, спортивного инвентаря. Насадка для отпаривания позволит использовать прибор для чистки и отпаривания одежды и штор. Пароочистителем также можно дезинфицировать поверхности. Для этого нужно держать паровое сопло на расстоянии 1-2 см от предмета и обрабатывать его паром не менее 5 секунд. Мощность прибора 1000 Вт. Пароочиститель будет готов к работе уже через 3 минуты. Максимальное давление на выходе 3 бар. Подведем итог. Этот ручной пароочиститель сочетает в себе функции паровой швабры, отпаривателя, стеклоочистителя и дезинфектора. Множество насадок позволит очистить разные поверхности, от стекол до напольных покрытий. Однако учтите, что резервуар тут небольшой и доливать воду придется часто.